Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Турцию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Также напомню, что спонсоры канала видят все серии сразу, во вкладке «Сообщество». Спасибо за поддержку канала и приятного продолжения просмотра. Давайте откроем железо все-таки. У нас это мирный континент. Надо глянуть. Дружочков, пирожочков. Ох уж эти пирожки. Я выжил, слава богу. Фух. Так. Магнус приехал. Вырубаем. И в очередь сюда ставим. Центр коммерции. Варвары. Убиваем. Да нет, нет, ну блин. Ну что это за говнище такое? Я ненавижу вот эту шестую циви, вот эта тупость. Так, где там мои... Торговцы и полководцы. Обращает союзников все варвары на соседних клетках. Тоже прикольная способность. Холман. Артис, видом слева много земли. Да не так, чтобы там инк не дали. О, что у меня уже сразу... Давай, соседи. О, через... здорово. Давайте ну, открою. Так. Следующим ходом надо не забыть поставить карточку на поселенцев. И поведу я этого поселенца, конечно, сюда. Ну, блин, ну... Просто теряю юнитов на ровном месте. Так, сюда веду. Что мы здесь вырубаем? Да мы тут все вырубаем. Ладно, здесь вырублю. Так, ставлю карточку на поселенца и... Может, кавалерию поставлю? Там хочет поленки, чтобы я построил. Здесь 50 к поселенцам. Заканчивается строительство кампуса. Здесь коммерческого. Привет, Инк. Он же хочет кавалерию, да? Тяжелую колесницу, в смысле. Военный лагерь Занзибар. Колесо. А я ж вызвал озарение для конец. Не считается, блин. Ладно, в очередь здесь поставим. А, я колесницу еще не открыл. Значит, надо открыть колесницу. Здесь идем в политическую философию. Где тут инк? Ага, инк далеко. Вот его границы. Да, надо сюда город ставить. Сваливаем. Или забрать этот лагерь попробовать. Ну, они не могут сейчас атаковать. Но если они дальше пойдут, то я попробую лагерь забрать, конечно. Да, веры тут, конечно, поменьше дают в ЦПЛ за вырубку через этого. Я куплю рынок и куплю торговца. А в очередь поставлю поселенца. Так, здесь в очередь поставлю коляску. Ну, я мне надо выполнить задание по Ленке. А потом еще просто одного
Посла я тут сейчас получу и отправлю. Так, три хода до торговца и три хода до полководца. А какой у тебя континент, Инк? Потому что я пока вижу тоже, что там идет эта Вальбара. Господи. Континент. Родине там надо. Вал, да. Вальбара, у меня континент. Так выше, как у нас. Смешно. О, меня поселка разведчик украл. Сваливай. А у меня караван разграбил. Ну, я, может быть, смогу вернуть дружбу. Хотя я пока не уверен до конца. Объявим. Я так понимаю, что ацтек вот с краю получается. Я бы, конечно, на самом деле с инком союзился, а ацтека бы выносил. Потому что это логика игры, когда тебе надо выносить того, кто с краю. Вот, чудо какое-то сейчас найдется. В Стамбуле недостаточно жилья, на производство переключаемся. Ацтек предложение. Индия, ты не увидел или все, прошла любовь за Эля Помидора? Вот тут плюс 4, вот это сюда надо ставить. Раз, два, три. Вот сюда. Я бы сюда поставил город. Я альтабался. Я в следующем ходу гляну. Дальше. Меня просто поначалу отвлекли варвары, которые забрали разведчика. Ну я бы здесь еще один город поставил. Вот он не на реке, но зато... Второй раз грабит караван разведчик просто из ниоткуда. Блять, мне надо прям тут ставить город. А, ну он не может здесь ставить. Увидел, не принял. А, от этого подстава, конечно. Что подстава? Да, мы тут с Халецким сейчас город хотим поставить в одно и то же место. А что, тебе некуда больше ставить? Нет, я хочу просто сидеть справа от этого хребта. Вон выше ставь по реке туда. Это понятно. Так, сходим к руинке. Что туда я поставлю, как? А чего не принял? Все, можно к войне готовиться? Я пока думаю. Ничего себе. Можешь готовиться, можешь не готовиться. Но я смотрю просто, что делать в игре. Сейчас приму дружбу, 20 ходов, не смогу ничего делать. Ну, а, я рынок хотел мощь купить. Маленькая, поэтому... Я думаю, что есть смысл волноваться. Блин, может рабочего купить? У меня, в принципе-то, денег дофига. Еще да, он не может поставить города. Видите, он вниз пошел. Так что я могу спокойно сюда идти. Ставить город. Мне надо будет здесь купить караван, отправить и здесь я как-то... Я ходу через 5, могу тебе точно сказать, как только... Так, с варварами, вот это все. Торговец, ученый, генерал. Да, ты сейчас зашел там на метку, на клетку, где у меня стояла метка. Ты мне ее не ставил, я как раз хотел там поставить сихонцу. А. Тебе. Чуть-чуть не успел. А, ты вообще любишь, я понял.
С другой стороны, я на реке могу и тут... Важно ли так еще плюс 2 очка получать? Или лучше на реке поставить город и спокойно развиваться? Я думаю, что лучше спокойно на реке поставить город. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, я бы еще здесь вот на побережье поставил и пока успокоился с городами. Ой-ой-ой, Алексей, как у тебя тут все неплохо. Чего? А ты там где-то живешь в этом районе, где мы встретились? Я не знаю. О, нет, нет, ты чё? Чё-то там нормальное такое. Да. Нет, подходящее. Я думаю, там будет инк, скорее всего, что-то ставить. Инк, я выкупаю эту пшеницу. Но это зачем? Второй радиус. Ну, у меня тоже это второй радиус города, который я впервые тебе поставил, а это место, по сути, тебе успел. Ладно, ладно. Тогда я вот выше, где 3 еды покупаю. Согласен? Окей. Так, тут покупаем торговца. Поселенцы, поселенцы, два влияния. Кавалерия строится. Ну и просто в производство поставлю. Так, здесь рабочего. Дальше открываем исторические хроники. Библиотека. О, я получил, да? Да, поленки. Так, мне надо дождаться. Пошли исследовать, что тут у нас. Алексей, ну ты хоть на другом континенте? Да, я на другом. Ну, хоть что-то приятное. Карта Пангея. Угу. Ну, она похожа на Пангею. Единственное, что как-то она страна заспаунила вот тут. Я вижу сверху, есть земля, там еще солнце. Я в Колумбии. Неплохо тебе. Я ее даже не нашел еще. А тебе, кстати, наврал Инк, он в Родине. И ты до Родине уже дошел, по идее, нет? Угу, в Родине я Инк не наврал. Ты че гонишь? У меня столица стоит Вальбара. Ну, ты же мог сказать, что у меня вообще-то еще города и в Родинии тут есть, вот это вот все. Мог же? Ну, ты вообще не сказал, когда тебя спросили. Я сказал, что я в Вальбаре. У меня столица в Вальбаре стоит. Ну и все, да. Ты думаешь, Влад имел в виду, типа, что это только один континент у тебя? Он же хотел знать, что с кем можно торговать, там, меняться. Не хотел. Не хотел? Юморю, забудь. Юморишь? Забыть? Да, я юморист. Непризнанный. Так, следующим ходом посол будет. Что я люблю за Индию, конечно, это рост городов. Просто растут как на дрожжи. Да, здесь кампус, конечно, будет приятный. Так, здесь поставим рабочих делаться. Инк, ну, по идее ж не должно между нами дружбу этот Трабзон нарушить. Ну, я, конечно, расстроился, но нет. Я вообще не видел твоих городов, когда сюда вел. Да все, нет, я без претензий. То есть... Я думал, ты сверху, честно говоря. Нормально. Не нарушит. До самолета, да? Ну, я тебя опасаюсь. Так, а я тебя опасаюсь. За что меня опасаться? Ну,
в той игре, по которой ты рассказываешь, я вспомнил, ты же там вынес чувака какого-то в начале. Ну да, потому что он прям меня в столицу меня поселил, помнишь? Я не помню, но ты чувака вынес, так что мне тебе не опасаться. А я этот город поставил, извините, тут вот столица сразу моя. То есть я поставил один город рядом с Ацтеком, недалеко от столицы, и рядом с тобой, то есть вы меня вокруг просто обступили. Ну как обступили, тут горы на самом деле, но место-то селиться должно быть где-то. Хамада. Я понял, значит горы, да, понравились? Угу. И то, что у тебя лошади только недавно начали копиться и железо. Не, ну тут еще на самом деле земли не так много. Вот, но как бы ресурсы ты очень поздно начал добывать. Блин, а кто-то уже успел туда трех послов отправить. Ну он, наверное, просто типа первый посол вот это вот использовал. А еще я увидел, что у Вару 40 военные мощи. Да, Вару тоже это очень жестко. А Вару только когда слоны обработаны, или их можно просто так строить? Можно просто так. Ну, это жестко, да. Ну, бордо твой, по факту. Ты еще дорогу мне проложил, поэтому я думаю, там все мое скоро будет. Ну, к минимуму Париж я точно заберу. А вот как раз я думаю, что Париж ты точно не заберешь. Ну, типа, если я буду пытаться, то... Сейчас посмотрим, может, я не смогу забрать. Давайте Арт, я если подержу что, я этого. Тебе не собираюсь. Хочу из нового города отправить. Можем быть друзьями. Хорошо. Мне просто нужны горы, у меня их нет. Ну и территория тоже немножко нужна. По территории на самом деле у тебя еще очень много. Ну, если мне только справа, там три города максимум. Так это слушайте, не мне очень тут много. Еще ставить тебя город. Очень много, тут у тебя там сверху еще ГГшки. Нету смысла. Да, но ГГшки через пустыню. Такое себе. Ну... Если просто считать, что их три, то да, согласен. Там под чудо ставишь город, если то еда у тебя будет. Не, согласен, да, что все неплохо выглядит. Ну, скажи, давай так, лучше, чем у меня. У меня тут просто край карты. Я не знаю, видел ли ты Дели. Нет, но... я не вижу. Вот я только за какультой вижу ну, часть там территории. Край карты. Скажи, как загрузишься, чтобы я. Я загрузился, да. Ты бортал забираешь, я не против. Эй, ну лучника можно было отдать. Не, ну ты же загрузился. О, ты мне поставил кампус, спасибо. На плюс 5, между прочим. О, это вдвойне спасибо. Тут еще варвары заспаунились рядом. Так, может что-то такое войну. Попробовать драму и поэзию ускорить? Не, ну блин. Кстати, Мачу Пикчу... Не, я в смысле, мне реально нравится, когда война без негатива проходит. Может и Стоунхендж какой? Я как бы в основном мирно играю, но здесь просто мне очень не нравится текущее положение. Кстати, Стоунхендж можно... Ну, ты сейчас очень сильно усилишься. Тебе вот слева за горами еще два города поставить, еще один город под чудо, и ты по науке... Для всех, районов живет соседству сам, давать. Надо как-то ему противостоять, я думаю. Блин, да и Стоунхендж я хочу. Ну, пока вот ты войну не объявил, я шел сейчас по Залёше, и у не него где-то, наверное, сейчас 30 с чем-то, да, на луке? 37. Вырубить здесь для Стоунхендж. Не, ну на луку легко догонять, если захотеть. Ну, ты меня забираешь еще где-то 6-7 ходов, у него будет уже 50+, за это время. Я на луку слушай, вышел. Ацтек, правда. Я вот... Ладно, сейчас следующий ход начнется. Я просто хочу поставить город, вот видишь, где еще шелк. Мне кажется, что твой город там будет отваливаться, если ты туда поставишь. Мне ж нормально ты там поставить. На Мандолу ты имеешь в виду? Ты открыл на Мандолу?
Да, открыл. Ну вот смотри, прачник твой стоит, видишь, рядом с коляской. Вот через одну клетку вниз там шелк, видишь? Вот прямо на шелк хочу поставить. Я понимаю, но я тоже хочу туда город ставить позже, возможно. Так если ты поставишь туда город, он будет отваливаться у тебя. Ну, если возьму модол, как я хотел, то нет. Давай просто ни ты, ни я не буду туда город ставить. Есть куда еще ставить города? Ну, ну, как бы шелк все равно будет моим, потому что я тут на реке, вот там дальше, ниже Кайсири, я поставлю на реке город и просто тогда куплю шелк, но хотелось прямо на шелк бахнуть. Ну ладно, ставь. Ну, просто это более классное место. Тут какое-то производство, холмы есть. Вот твой город тут реально, я знаю, даже если ты возьмешь нанмодол, ну, он будет отваливаться, у тебя тут столица моя рядом. Это дурацкий ученый, честно говоря. Так, ставим город. Строитель, производство. Здесь сюда ставим. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это будет еще религия основа. Кстати, вот у меня с Трабзоном могут религия, быть проблемы пацаны. В плане религия лояльности. Это отстой, я вам честно скажу. Не надо вам что религии отстой? Делать. Религии. Я просто думаю, идти мне в религию или принять буддизм. Смотри, я буддизм неплохой сделал, кстати. Слушайте, а нафига я вышел в арбалеты так быстро? Еще один торговец. Разминулись. Это не мисклик, это разминул. Он там с лагерем разобрался, похоже, да. Первый, второй. Так, Каша, будешь принимать буддизм, друг? Я, кстати, нет, не могу. Я думаю... Блин, я не знаю, где мне этого использовать, парни. Ну, поставить пару священников. Может, здесь как апельсинки присоединить? Я в религиозную победу все равно не верю, поэтому... Как считаешь нужно? Ну, на шестерых еще можно в религиозную. Не, я не спорю, что можно, но я просто не сильно в нее верю. Не более... А как ты так быстро построился? Ты через закупился голдой или у тебя уже просто все строилось в этот момент? Что именно? Ну, по армии. У нас было с тобой одинаково. И тут у тебя резко стало за 3 хода 240. Карточка и все. Просто по 2 хода строились юниты. На производство, да, карточка у тебя стояла? Ну, на производство юнитов конкретно. Там самое классное, что армии Бару за веру стоит там... Так ли мне надо вот тут город просто ставить? Там, знаешь, вот Трабзон меня беспокоит, да. Трабзон. Смотри, слышишь, ты быстро грузишься, француз, потому что я по закрепу плохо могу делать. Я уже загрузился. Не, это я вижу, я просто потому что я рядом со столицей, не атакую которые... изначально специально, и ты ходишь. Блин, а ну, куча. Можешь кликать, я, в принципе, не против. Окей, хорошо. О, а что это у тебя Аякуча отваливается? Вроде же далеко стоит. Да я сам что-то в ахере вообще. Я понял. По урону. Да, а, ну не, ты в темном типа, веке? Ты в темном Инг. Веке. Инг, а ты куда там поселенца ведешь? Куда будешь ставить? Вот где у меня лучники стоят. А ровно над лучниками моими... Через 3 клетки, если моя столица. То есть, ну ты это... будешь на лучнике ставить. Да, да, это... Хорошо. Это первый город от столицы вниз. Просто у меня тут тоже как бы не очень много мест. Ну, не, блин, ну, что эти, город нет, не поставился. Я столица сверху, просто выше и все. Сразу. Сейчас я защитника веры приду распространю, и по идее полегче будет.
Ну, я тебе прекрасное подспорье дам, индиец. Прям офигенный тебе старт. Не, ну слушай, стой получше, да, чем мы. А у тебя лошади были сразу, или ты их типа просто не открывал? Хочет. Они были сразу, но они заспавнились. Район ну, поставить, как бы, видишь, через речку, мне что было до них лень идти. Да не. Я понял. Что я, ну, я на самом деле я задумывался, когда ты дружбу бросал, но я смотрю, у тебя лошадей нету, железа только появляется, думаю. В Трабзоне нужно... На самом деле, вот в тот ход, когда я тебе кинул дружбу, на следующую я обработал и лошадей, и железо одновременно. Так, я думаю, что правительственную площадь вот тут надо где-то делать. Не глянул, кто там Библию построил. Ацтек. Сейчас я дождусь тарана. Да ты и так заберешь вору, просто ткни и все. Как меня раздражает, что город нормально не стреляет. Не заберу, без тарана не берется. Ну, долго берется. Проще таран поставить. Точнее, я купил его следующим ходом. Да, но он ехать будет, мне кажется, столько же, сколько... А я в Бордо куплю. Я в Бордо куплю. Фух, забрал. А у тебя Бордо пустое, да, сейчас? Кулиус, этот ход еще, он да? делает? Ну, я приду к тебе. У меня там сбоку выходит подкрепление. Бесплатную копию редкого ресурса. Как вы нежно воюете. Так, а чё тут смысл негатив? А у меня, в принципе, вот шёлк есть. Меня горы подкупили, я начал строить кампуса вместо армии и строителей. Вот ты проиграл, поэтому. Так, ну прям норм расселения. Так, добиваем варвара. Почему ты копейщиков не строишь? Долго строятся, в сравнении с другими юнитами. Понял. Блин, что ты делаешь? Так клетки скупаешь жестко. А вот варвар жестко подошел, капец. Так, второй радиус от города скупил у меня. Я не знал, что там будешь город ставить. Мне все равно эти клетки нужны. Угу. Там, где мы договорились, я не покупал ничего. Не, ну сейчас ты видел, где ты клетку купил? Прям сейчас. Конечно. Ну что, объединятся они против меня, интересно. Вопрос. Давайте стены, пожалуй, строить здесь. Да и в Трабзоне, я думаю, надо. Я бы, наверное, стоял, просто смотрел, что происходит. Жалко, что я выйду только в золотой век. Уже и религию ведет, ничего себе. Я поэтому и религию ставлю, потому что мне надо все равно брать на соседство коммерческих районов, чтобы наука была. Так, что тут у нас открылось? Стоп, а почему я не открываю? Что я делаю? Еще исторические хроники. Нафига я игры и развлечения открываю?
Лёша. Инсулы вместо поселения. Ну, наверное, можно поставить. Или строительство. Давайте строителей сделаю. Так, это мы уберем. Содержание. Кат еще мне войну объявил. Может, морское судоход. Нет, ладно. Я затупил, нужно было его сразу снижать. Мне надо бонус, что юниты могут быть дуболомов. Бить сквозь стены. А, и кавалерия не может быть. Не, ладно, раз мы играем за Турцию, давайте ислам примем. Все чудеса света плюс 4, храмы и хранилища. Реликвии утраивают, трудовая дисциплина, храмы и святилища производят сколько вер. Во, давайте. Не, ну Париж ты через боль забираешь. Вот и сейчас, может, крестовый поход возьмем. До этого, да. Боль. Пускай боятся соседи. Да, да. Ну, по-другому и быть не могу. Сейчас они без закадов, в принципе, легко воевать. Сейчас за моду взяли, все сразу эти башни за собой. Посадные, которые? Да. Все взяли за моду, а я нет. А ты все с таранами ходишь, да? Да, я таранчик. Не, варвар на самом деле на ранних стадиях, конечно, да. Блин, что-то ну очень быстро таймер идет. Самое приятное. Я прям реально не успеваю. Так, в Эдирне надо коммерческий район. В Стамбуле давайте Мачу-Пикчу. Ой, не успел, пока другого переставлял. Да ладно, не добил, капец. Пойдем. Шелк обрабатываем. Обрабатывай дальше, да, клетки тебе. Да я, возможно, тебя сейчас еще не так и заберу, чтобы легко. А что у него за полководец, кстати? Ну, смотри, у меня еще следующим ходом копейщик достраивается. Опасно. Так что еще. Ну, короче, если ты мне заход стены не сломаешь, то Париж. Тебе очень тяжело будет забрать. Ты потратишь много времени. Обидно. Немножко просто жадно играю чуть-чуть. Ах ты жадобина. Вот я, да. Так, давайте смотреть, что у нас тут. 63 у вас стека на ауке. Так, как ни крути коня, теряешь следующим ходом одного. Очень сильно расстраивает. Ну, куда бы ты ни побежал, ты, он у тебя умрет в любом. И он еще. Ну он, правда, в героический век опять же не выйдет, он только если в золотой. Ну и все. Пока что. И у тебя будет битый слон. На автомат очень. Поставлю скаута. И встает копейщик вместо моего там, воина. Видимо, там и может все, быть еще одна научная ГГшка. Если у тебя там не бежит еще два ворота. То ты остановишься здесь. Да не торговец, блин, мне нужен... Скаут мне нужен. Вероятно. Парвары еще мешают. Он спел все-таки, да? Ну, этого тогда. Вот копейщик. Тут два заряда, надо тут будет вырубать. Ну, я куплю эту клетку, он передам Стамбулу. Тебе... Ой, под тараном. Давайте сюда еще перейдем. Сколько тут зарядов осталось? Один. Ну и какую клетку купим? Давайте эту. Выкупим. Так, хорошо. Сулейман, тебе далеко до Союза? Ходов 6, я думаю.
Мы будем с тобой союз заключать? Давай. Да, а, он исторические хроники взял, вот откуда у него наука, блин. Ну и научная ГГшка тоже может быть. Если его до мушки там не вынести, то будет 7 ГГ. Почему? Ну, у меня есть куда селиться, правда, нету смысла рано воевать ни с Ацтеком, ни с Инком. Этих Янычар было 90. Я просто нашел и все сносил. В армии? Нет, одиночными. Это Артис, это когда ты меня засейвил, по-моему. Точно. Это... Мы с тобой на одном континенте жили. А, да, это когда я этого голландца вынес первого, да? Так, здесь 70 стоит, здесь 70 стоит. Ну ты... Я с Ацтека играл. Так. Да, я сначала голландца вынес, потом вырубку. Просто там все подряд шло и падало с двух... Да-да, это жесть, это просто имбалансная херня какая-то. Мне, кстати, священные места еще надо. Слушай, ну, если у тебя там не бежит, классное встанет. Не знаю, сколько бежит. Да, плюс 3, видите? Давайте тут строителя. Здесь коммерческий район, тут гавань. Инка, ты не сможешь на камни поставить город? Лян, давайте в хлеб посадим. Сейчас. Просто смотрю, чтобы у нас города влезли. А те же и влезают в город. Самого у, меня, у меня там нижний тоже придется. Ну, в принципе... Так, в принципе, исторические ладно, хроники да, ставим. Ну, 54. Тем не менее, мне кажется, у него все равно где-то там. Сейчас, правда, мечник убьет моего лучника, еще варварский. Неприятный как. Ну... Либо мечник, либо мой пращник. Хотя скорее мечник. Он таран забрал вообще. Смешно. Пец. Ну, как не забавно, но играют мне на руку эти ребята. Предложение от стек. Давай, открывайся. Слушай, я прям варваров даже бить не хочу. А зря. Они злые. Че зря? Ты из-за них пройти не можешь. Они мне два юнита убили. Ну я разбил лагерь уже. Так, мне новое не появится. Сейчас будут убить твоих юнитов. Здесь в очередь ставим камп. Ну слушай, у меня в этом стоит. Не знаю, короче. Думаю, что их трогать. Я вот думаю, ну... Ну сейчас я пока отстраиваю войска по чуть-чуть. Я вот разведчика заберу, чтобы... Осудил еретика. Вот, как тебе такое? Обидно. Плюс 4. Сейчас и второй туда же влетит. Можно ли тут еще чудо построить? Ападана, висячие сады. Ну, смотри, кстати. Через ход все мои дуболомы апаются в мечников. И... Прям все, у тебя прям столько железа. Ну, хватит. Два дуболома апаются в мечника, прямо скажем, да? Ну, у меня их 4, так что... Ну, я справлюсь. Или ты уже в наемник? Наемники через два хода. Как раз, как и дуболомы. Ну, отлично. Будем стоять, значит, курить. Правительственную тут не хочу. Театралку могу, кстати, вот здесь. Типа вара в защите явно непроходимая.
Можно будет потом висячие. Ну, в следующем... Я не хочу сейчас столько чудес строить. Магнуса, наверное, стоит пересаживать в Адирны. Так, открываем. Оборонитель. Нет, стоп. Что у меня там? Госслужба. А что у нас так это культуры много? Сорок. Смотри, ты нам Мадол решил не убивать? Что ты говорил, убежит у тебя? Я не походил. Ты я решил вверх лучше город поставить, а не вниз. Тем более, если там два твоих рядом будут. Ну да, правильно. Сюда у меня два города нормально встанут. На самом деле, мне их надо сюда ставить. В будущем. Так, здесь пойдем, вырубим вот тут лес. Здесь построим. Спасибо. Здесь, здесь. Капец, засуха убила все. Может, сейчас... Не, ну как-то долго строители. Ладно, центр коммерции. Блин, слушай, твои тут юниты выше Кайсири, они мешаются, честно говоря. Ну, я их следующим ходом беру. Наверное, еще одного строителя. У меня же стоит карточками строителей, да? Тут... Где скаут? Блин, стрелки-разведчики уже долго. Из Халепа надо отправить. Печально, что флотоводцы, которые дают лояльность, юзаются только в этих. В гаванях, да. Господи, варвары, пожалуйста. Да ё-моё, уже третий ход за вас. Что такое? На этом пока все. Напоминаю, что спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас, переходите во вкладку «Сообщество», а подписчики увидят продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!